Труба «Заволжанка» полностью оправдывает свое название. Расположилась в одном из самых живописных мест в Самаре, всего в 300 метрах от Волги. На обновленной турбазе муниципального предприятия «Самара-Водоканал» еще ведется ремонт, но первых отдыхающих он не смущает. Нравится, что спокойно, какое-то такое умиротворение, что вроде рядышком город, суета, а тут такой тихий уголочек, спокойный, очень красивый вид. 4 домика и общий корпус на 16 номеров. Турбаза уже готова принять 50 человек, и в будущем эта цифра увеличится. Ремонт делали после 5-летнего простоя. Ну, за время, то, что здесь было, конечно, и то, что здесь стало, это земля и небо. Очищена вся полностью территория, шикарный вид сделали. Теперь, то есть, практически со всей базы у нас смотровая площадка. Волгу видно практически везде, со всех сторон. Сюда могут заезжать сотрудники водоканала, значит, жители нашего города, администрации. То есть, у нас дверь открыта для всех. Уже готовы комнаты для проживания, душевые, игровые, комнаты для приготовления и приема пищи. Скоро вернут к жизни и здание столовой с площадками для обзора Волги. Ремонт обошелся в 1,5 миллиона рублей на средства городского бюджета и муниципального предприятия. Отдых спокойный и недорогой, а потому доступный. Стоимость проживания ниже рыночной. Самарцам надо вернуть подведомственные турбазы. Такое поручение дал глава Самары Олег Фурсов. Мы сделали только упор на эконом. Вариант, чтобы в первую очередь могли начать отдыхать обычные сотрудники, сотрудники муниципальных предприятий и учреждений. «Волжанка» стала третьей открытой после перерыва турбазой. Предыдущие 2 года заработали базы отдыха от трамвайно-троллейбусного управления и метрополитена. Продолжается и ремонт турбазы «Зори Жигулей», которая откроет свои двери в следующем сезоне. Олеся Корецкая, Григорий Плешаков. События.